начале XIV века фактической столицей русской метрополии становится Москва. Официальной резиденцией митрополитов киевских и всея Руси еще оставался Владимир, но митрополит Петр последние годы своей жизни провел в Москве. Во исполнение его пожелания в 1326 году в Московском Кремле был заложен Белокаменный Успенский собор. Полтора века спустя на этом же месте итальянский архитектор Аристотель Фиораванти построил новый величественный храм – Кафедральный собор московских митрополитов. В годы княжения Ивана I Калиты произошло объединение русских земель вокруг Москвы. Сюда была перенесена и митрополия. Во второй половине XIV века Москва становится центром вооруженной борьбы против монголо-татарского ига. Важную роль в этот период в церковной и политической жизни Руси сыграл современник преподобного Сергия Радонежского, митрополит московский Алексий. Уже в отрочестве он, сын боярина, возжелал монашеского жития и в 20-летнем возрасте принял постриг. В 1354 году патриарх Константинопольский Филофей утвердил Алексия митрополитом всея Руси, хотя сделано это было в виде исключения, существовало правило – на русскую митрополию назначали этнических греков. При князе московском Иване II святитель Алексий фактически руководил внешней политикой. Митрополит способствовал созданию союза русских княжеств для противостояния Золотой Орде, которая к тому времени существенно ослабла. Преподобный Сергий Радонежский был младшим современником и духовным другом святителя Алексия. Он тоже происходил из боярского рода и с детства отличался глубоким благочестием. После смерти родителей он вместе со своим старшим братом Стефаном ушел в подмосковные леса и в 12 верстах от села Радонеж поставил келью, а затем и небольшую церковь во имя Святой Троицы. Не выдержав суровых условий, Стефан оставил брата и перешел в московский Богоявленский монастырь. После нескольких лет жизни в одиночестве преподобный Сергий стал принимать к себе учеников. В 1354 году он был посвящен в иеромонаха и назначен игуменом созданной им обители. Слава преподобного Сергия, удостоившегося дара прозорливости и чудотворений, росла день ото дня. Среди его почитателей были князья, бояре, епископы и священники. Перед решающей битвой за советом и благословением к преподобному Сергию пришел и благоверный князь Дмитрий Донской. Русскому войску под его началом предстояло противостоять нашествию монгольского хана Мамая. В этот критический для Руси момент государство и церковь объединились. Преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского, предсказал ему победу и дал в помощь двух иноков своей обители – схимонахов Андрея Ослябю и Александра Пересвета. Оба монаха вместе с великим князем и его войском героически сражались против войск Мамая, и 8 сентября 1380 года русское войско одержало победу на Куликовом поле. Эта историческая битва положила начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Почитание преподобного Сергия началось еще при его жизни и продолжилось после его кончины. Его стали называть игуменом земли русской. Основанный им монастырь быстро разросся и приобрел для Московской Руси такое же значение, какое имела лавра преподобных Антония и Феодосия Печерских для Киевской Руси. До сего дня Троица Сергиева лавра остается первым по значению
монастырем Русской Православной Церкви, куда в дни памяти преподобного съезжаются десятки архиереев, сотни клириков и тысячи мирян. Новый период в жизни русской церкви начался при митрополите Ионе. После избрания на московскую митрополию он, будучи русским по происхождению, должен был ехать за утверждением в Константинополь. Однако сначала этому помешали политические обстоятельства, а потом Константинопольский патриархат заключил унию с латининами. В этих условиях великий князь Василий II созывает собор для поставления митрополита всея Руси без согласия Константинополя. В результате в 1448 году Иона становится митрополитом. Тем самым фактически было положено начало автокефалии русской церкви. Последующие русские митрополиты назначались уже без одобрения Константинополя. Политическое могущество Руси продолжает укрепляться. В период с середины 15 и до конца 16 века одно за другим присоединяются к Москве древние княжества – Ярославское, Ростовское, Новгородское, Тверское, Псковское, Рязанское. В 1472 году великий князь Иван III Васильевич вступает в брак с греческой царевной Софией Палеолог, что в глазах русских людей придает ему дополнительную легитимность в качестве православного самодержца, наследника византийских императоров. В начале XVI века разрабатывается теория Москвы Третьего Рима, сформулированная в частности старцем Псковского Спаса Елеазарова монастыря иноком Филофеем. Первый Рим пал от нечестия, второй Константинополь от засилия Агаринского, третий Рим – Москва, а четвертому – не бывать. Середина XVI века в истории русской церкви ознаменовалась спорами между стяжателями и нестяжателями, сторонниками и противниками монастырского землевладения. К этому времени на Руси существовало множество монастырей, которые подразделялись на общежительные и особножительные. В общежительных монастырях акцент делался на аскетические подвиги, послушание, соборную молитву и благотворительность, в особножительных – на умное делание и удаление от мира. Уставы тех и других монастырей предписывали нестяжание. Однако и общежительные, и особножительные монастыри могли иметь во владении земли, села, крестьян и получать доходы. Собственниками земли были также и епархии, и приходы. Главным идеологом церковного землевладения в начале XVI века был преподобный Иосиф Волоцкий. Он считал, что владение землей и недвижимостью обеспечивает церкви независимость от светской власти и открывает возможность благотворительной деятельности. Во время голода Иосиф широко отворяет житницы монастыря, кормит в день до 700 человек, до 50 детей, брошенных родителями, собирает устроенный им приют. Когда нет хлеба, приказывает покупать. Нет денег – занимать и рукописи давать, дабы никто не сшел с монастыря неядший. Монахи ропщут. Нас переморит, а их не прокормит. Но Иосиф уговаривает их потерпеть. Георгий Федотов, святые древней Руси. Идейным противником Иосифа Волоцкого был преподобный Нил Сорский. Он предлагал, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы черницы по пустыням и кормились бы рукоделием. Преподобный Нил принадлежал к той духовной традиции, которую в Византии XIV века олицетворяли афонские монахи исихасты. В молодости он побывал на Афоне –
и по возвращении на Русь основал небольшой скит на реке Соре, где и провел всю жизнь, занимаясь подвижническими трудами и литературной деятельностью. Московский собор 1503 года встал на сторону Иосифа Волоцкого. После смерти преподобного уже в XVI веке он был торжественно канонизирован. Имя Нила Сорского включили в святцы лишь в начале XX века. Характерна судьба духовного наследника нестяжателей, преподобного Максима Грека. Когда великий князь Василий III обратился в Константинополь с просьбой прислать ученого для сличения переводов толковой псалтири и других книг, выбор пал на монаха Афонского Ватопецкого монастыря Максима. Поскольку он не знал русского языка, то переводил на латынь, а с латыни – толмачи, придворные переводчики, на русский. Такой способ, разумеется, не мог обеспечить высокое качество перевода. После окончания работы Максим хотел вернуться в Грецию, но ему поручили заняться толковым апостолом и славянскими литургическими книгами. Сличение обнаружило многочисленные ошибки. Со временем Максим выучил русский и втянулся в спор между стяжателями и нестяжателями, решительно став на сторону последних. Такая деятельность вызвала недовольство при дворе. В переводах начали искать ошибки, а в его высказываниях – ереси. Все это привело к осуждению Максима Грека на соборе. Максим просил отпустить его обратно в Ватопецкий монастырь, но вместо этого был отлучен от причастия и сослан сначала в Иосифо-Волоцкий монастырь, главный оплот стяжателей, а потом в Тверской отрочь монастырь. Лишь спустя 22 года, под конец жизни, он получил разрешение поселиться в Троице-Сергиевой лавре, где скончался и был погребен. Здесь и поныне пребывают его святые мощи, обретенные уже в наше время, когда преподобный Максим был прославлен в лике святых. В 1547 году московский митрополит Макарий венчал на царство 16-летнего Ивана IV Васильевича, впоследствии прозванного Грозным. Первые годы правления великого князя были ознаменованы крупными военно-политическими успехами. В 1552 году взята Казань, через 4 года Астрахань, затем Полоцк. Народ сплотился вокруг царя, в котором видел искреннего защитника православной веры и гаранта государственной целостности. Однако вскоре после смерти митрополита Макария наступает резкий перелом в деятельности царя. Иван IV покинул Москву и поселился в Александровской слободе, где создал некое подобие монастыря во главе с самим собой. В начале 1565 года царь учредил опричнину. В задачу этой карательной организации входило выявление любых возможных политических заговоров и уничтожение заговорщиков. Начались казни. Многие бояре и их семьи были заподозрены в измене и сосланы. Их имущество переходило в руки Ивана Грозного и опричников. Внешним отличием царевых опричников служили собачья голова и метла, прикрепленные к седлу, и означавшие, что они грызут и метут изменников. По воле самодержца в 1566 году митрополитом московским был избран соловецкий игумен Филипп из боярского рода Калычевых. Сначала наедине с царем, а потом и публично святитель Филипп начал высказывать свое несогласие с разделением страны на опричнину, царских бояр,
и земщину всех прочих бояр с их дворами. Митрополит протестовал против жестокости Ивана Грозного. В марте 1569 года, в неделю крестопоклонную, когда митрополит стоял на своем месте в Успенском соборе Кремля, Грозный царь вошел в собор вместе с опричниками. По обычаю он подошел под благословение к митрополиту. Однако митрополит не дал благословения, сказав ему: «Даже у татар и язычников есть закон и правда, а на Руси к невинным нет жалости». Эти слова привели в бешенство Грозного государя, и он распорядился о начале судебного преследования святителя. Осенью 1569 года, во время совершения святителем божественной литургии, в Успенский собор ворвались опричники. Был зачитан обвинительный приговор. С митрополита сорвали облачение и на дровнях вывезли из Кремля. Святитель был заточен в Тверской отрочь-монастырь, а род Калычевых подвергнут пыткам и казням. В декабре по личному распоряжению Грозного Малюта Скуратов задушил святителя Филиппа. Впоследствии митрополит был причислен к лику святых, а его мощи положены в Успенском соборе Кремля. Грозного царя сменил на русском престоле Федор Иоаннович, отличавшийся слабостью здоровья, кротостью и набожностью. В его правлении произошло историческое для русской церкви событие – учреждение патриаршества. Первым московским патриархом стал святитель Иов. В 1590 году церковный собор в Константинополе утвердил русское патриаршество и определил патриарху московскому пятое место в диптихах после Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Во время патриаршества святого Иова пресеклась правящая династия Рюриковичей. В Угличе был убит царевич Дмитрий, а через несколько лет умер царь Федор Иоаннович. Трон перешел к боярину Борису Годунову. Однако в 1605 году был захвачен самозванцем, выдававшим себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия. Начавшаяся смута продолжалась в течение нескольких лет, и в 1609 году в Россию вошли войска польского короля Сигизмунда III. Сопротивление полякам возглавил патриарх московский и всея Руси Гермоген. В 1611 году он благословил создание народного ополчения. За это он был заточен поляками в Чудов монастырь. Но и из заточения он продолжал рассылать послания, призывая народ сплотиться и стать на защиту святого православия. В феврале 1612 года патриарх, уморенный голодом, скончался в темнице. А в октябре народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву. Поляки были изгнаны из Кремля, куда под звон колоколов со знаменами и хоругвями вошли ополченцы. В 1613 году на царство был избран Михаил Федорович Романов. А митрополитом московским и нареченным патриархом стал отец царя, боярин Федор Романов. При Борисе Годунове он был насильственно пострижен в монахи с именем Филарет. Отец и духовный наставник царя активно участвовал в управлении государством. Он создал собственный двор по образцу царского и получил в прямое управление патриаршую область, в которую вошло более 40 городов. Филарет именовался великим государем. При нем патриаршество превратилось в могущественный центр власти, по сути, параллельный царской. Это в значительной степени предопределило конфликт между царем и патриархом в середине 17 века и упразднение патриаршества в начале 18-го. По инициативе второго царя из династии Романовых, Алексея Михайловича, на патриарший престол был возведен молодой и энергичный новгородский митрополит Никон. На протяжении более 10 лет царя и патриарха связывала теплая дружба.
Однако в 1658 году Никон впал в немилость. Алексей Михайлович перестал приходить на совершаемые им службы. Вместо того, чтобы попытаться наладить отношения, Никон самовольно и демонстративно оставил патриаршество и удалился в Ново-Иерусалимский монастырь. Собор 1660 года принял решение избрать нового патриарха. Никон не признал этого решения. Впоследствии Никон выражался даже, что собор этот должно назвать не только сонмищем иудейским, но и бесовским, потому будто бы, что он созван был не по правилам. Что хотел царь, то и делали. Митрополит Макарий. История русской церкви. Наконец, в 1666 году в Москве был созван собор с участием патриархов Александрийского Паисия и Антиохийского Макария. Никон на задаваемые ему вопросы отвечал уклончиво, оспаривая права восточных патриархов и называя еретическими греческие церковные каноны. После многодневных и мучительных прений Никон был низложен, лишен священного сана и отправлен на покаяние в монастырь. Имя патриарха Никона связано с одной из самых трагических страниц в истории русской церкви – возникновением раскола. Став патриархом, Никон продолжил книжную справу, начатую еще его предшественниками. Однако в исправлении богослужебных текстов и церковных обычаев он пошел гораздо дальше. Традиционное для Руси двоеперстие, крестное знамение с двумя сложенными перстами, было заменено троеперстием в соответствии с распространенной в те годы греческой практикой. Против никоновской реформы выступили протопопы Иоанн и Аввакум, пользовавшиеся популярностью в народе. Они возглавили движение, впоследствии получившее название «старообрядчество». Церковный раскол не прекратился и после ухода Никона с патриаршества, и даже после его низложения, поскольку Большой Московский собор 1667 года одобрил проведенную Никоном реформу. Одним из оплотов старообрядчества на некоторое время стал Соловецкий монастырь. Еще в 1658 году его настоятель архимандрит Илья устроил в монастыре собор, который отверг новопечатные книги. В 1667 году Алексей Михайлович послал на Соловки войска для усмирения бунта. Осада монастыря длилась 8 лет и вошла в историю старообрядчества как Соловецкое стояние. В ходе осады большинство иноков погибло от голода и болезни. Оставшиеся были истреблены. Вскоре после победы над раскольниками царь Алексей Михайлович скончался, и старообрядцы увидели в этом кару Божию. С этого времени старообрядцы встали в оппозицию государственной власти, подвергавшей их жестоким гонениям. Протопоп Аввакум вместе с другими лидерами сопротивления никонианству в 1681 году был заживо сожжен в огромном деревянном срубе. Старообрядцы ответили на эту казнь массовыми самосожжениями. В 18-19 веках старообрядчество распространилось по всей России и вышло за ее пределы. Старообрядчество распалось на множество толков, из которых основными являются поповцы и беспоповцы. Первые имеют иерархию и священство, вторые не имеют. В 1971 году Поместный собор Русской Православной Церкви отменил клятвы на старые обряды, подчеркнув, что спасительному значению обрядов не противоречит многообразие их внешнего выражения. Печальное разделение, однако, сохраняется до сего дня.